Доброе утро, друзья! Итак, у нас видео по КамАЗу 65-225 для Александра из Магадана. Вот. Знаете, какой вопрос у меня первым делом? Итак, запрос у клиента поставить два бака, так скажем, по бокам по 500 литров. Если со стороны водительской это ставится без проблем, понятно, ясно. Вот с другой стороны, все-таки куда разумно деть ресивера и аккумуляторы, ну, все кронштейны, вот задача. Обычно вот якуты, которые забирали такую же модель, они ставили бак второй 500 за кабиной. Вот. Сам мне Александр сказал, что все-таки, как у ее вахтовки, за задним мостом он все это поставил. Но у нас это все-таки не вахтовка, а тягач. Вот, пожалуйста, напишите, как вы думаете, как можно решить эту проблему. То есть мне Александр сказал, говорит, аккумулятор я все равно потом буду переставлять. А вот ресиверы все-таки будут стоять так, как бы сразу стоят. Что здесь будет? Здесь будет полный капитальный ремонт, да? Естественно, 2012 года, кабина Макси, цвет у нас хаки, да, железная, железная кабина, железная этот, панель. Вот, с двумя баками, и вроде как у нас все по таким особым моментам. Вот, поэтому вот у меня такой вопрос, друзья, к вам. Сейчас спущусь. Как все-таки лучше это все сделать? Поэтому, пожалуйста, помогите, дайте знать, как, что. В комментариях жду мы ваши мысли. Хорошо? Спасибо.